проиграл башни. Я еще подняла и вы не видели тут двух феногенов, кажется, и разгильдяев? Конечно, видели. Вот. Друзья, вы молодцы, набрали 70 тысяч лайков. Поэтому не пропустите, как Чернова превратится в Розову. Они только что вышли. Ага. Так они тут или вышли? А зачем они вам? Привет хотим передать. И вообще, у нас урок начинается, мы не знаем, где они. Друзья, у нас для вас 4 испытания. Первое, попробуйте нажать лайк носом. 1, 2, 3. Круто, но если ты не успел, смотри дальше и не пропусти. Чуть сердце не лопнуло. Девчонки, ну вы, конечно, крутые. Вы что, пялитесь? Вы чего натворили? Почему они вас ищут? Ничего мы не сделали. Мы вообще не знаем, зачем мы им нужны. Ну, по привету несложно догадаться. Давайте-ка лететь, где вы опять накосячили. Да ничего мы не косячили, шли, никого не трогали. Да, они идут на встречу и говорят: эй, малявки, вы что-то стоите, валите отсюда. Ну, мы и свалили. И все? Да. Слушайте, старшаки вообще обнаглели. Они что, тут короли школы, что ли? Да у них IQ меньше, чем у моего хомяка. А он только-только закончил Колобка читать. Да я позвоню папе, и весь 11 А класс вообще переведут в 1 Г. А я просто их не люблю. Правильно, Соня, их надо не любить, а проучить. А вы куда? А нам пора, надо еще в столовой посуду помыть. Да кто тут что сказал? Выбирайте, или отработка? Или обработка. Как не мы должны помогать друг другу. Особенно нашим мальчикам. Сами они себе, походу, точно не помогут. Это верно. Тогда пошли на разборки. Златарева, у тебя что, папа бандитом был? Сначала нужно поговорить. Ладно, пошли поговорим. Зачем взяла? Чтобы лучше разговаривать. Ты мелче, пиши мелче и разборчивей. Что, руки устали? Ага. Тогда ноги тренируй, с гаями за пирожками. И мне прихвати. Ага. Ну что смотришь-то? Деньги. Какие деньги? Должок. Ага. Почему вы на них работаете? Пошлите их! Я же говорю, надо сначала поговорить. Да не могу я, мне что, лапку надо успеть? Все, это уже полный беспредел. Надо наших парней отбивать. Но мы же еще с ними не поговорили. Может, у них какие-то проблемы? Пока ты разговариваешь, мы тут план борьбы. Я думала, мы все вместе. Мы вместе будем переживать за тебя. Вот Колобок подошел к лисе. И лиса говорит: Колобок, Колобок, я тебя съем. Ну где этот низкорослый? Может, он не смог поднять пирожок? Перестань ржать.
Я забыл, что на 25-й странице. Перечитай заново. Но мы на 265-й. И что? Повторение, мать учения. Уважаемые старшеклассники, при всем уважении, не соизволите ли вы покинуть данную площадь и оставить этих школьников в покое? Что она сказала? Как я понял, она хочет, чтобы мы свалили. Да, именно. Так какой ваш ответ будет, господа? А я сейчас отвечу. Ну что? Это не школьники. Это хамы. Значит так, еще ни один старшак не отказывался от пачки деньжат на карманные расходы. Пойдем разберемся. Но у меня денег нет. Прикроешь меня. Я... Значит так, кто из вас главный? Че? Ну кому деньги-то дать? Ну, я главный, мне дать. Вот вам деньги. И отпустите наших друзей. А уговор? Какой уговор? Беднова, твой выход. О, пирожки прибыли. Вы что, подрались? Пытались. И? Пытались. Ум не помог, сила тоже. Придется брать красотой. Я не поняла, почему я? Это ж твоя фамилия Красоткина. Чернова, только ты с твоим-то шармом сможешь справиться с этой ролью. С какой ролью? Ролью наживки. Я что тебе, червяк на удочке? Ты самый красивый червяк в мире. Теперь ты пойдешь и будешь отвлекать, пока мы будем спасать наших мальчиков из рабства этих наглых старшаков. Ну почему розовый? Что это за розовый фламинго пришел в нашу дружную компанию? О, а может это свинка Пеппа? Я вчера смотрел, как вылетает. Ты серьезно? Да уж. Да, я случайно просто вчера младшая сестра смотрела. А вы куда? С вами еще не разобрались. Девочки, в атаку! Будете обижать наших пацанов? Да никто их не обижал, они долго отрабатывали. Сегодня с нас взяли 200 рублей за проход в туалет. Якобы там ответы на ЕГЭ раздают. И вы что, повелись? Знаешь, какой сложный экзамен? Еще не так поведешься.
Господи, вот мы и решили их проучить. Знаете, сами виноваты. Деньги надо беречь. Ладно, пошлите, девочки. Нам еще надо кое с кем поговорить. А может... Сначала поговорить. Где это наши мальчики? Защитники и бизнесмены. Мы все объясним. А может за пирожками сбегать? А, привет. Так, подождите. Ребята, завтра вместо уроков будет чаепитие в честь Дня Святого Валентина. Так что можете пригласить своих подружек или кавалеров, если они у вас есть. Второй челлендж. Попробуйте нажать лайк ухом. 1, 2, 3. Супер круто. Смотри дальше и участвуй. Все, до свидания. До завтра. Больно-то надо еще кавалера приглашать. Конечно, тебе не надо. У тебя же его нет. Можно подумать, у тебя есть. Ай, забыла. Тебе папочка купит манекен в магазине Гуччи. Вообще-то у меня есть парень, а манекен подарю я тебе. А парень-то у вас, наверное, один на двоих. Вы же попугайчики, неразлучники. Знаешь что, Филин? Мой парень старшак. Так он придет и крылья тебя поотрубает. А парень бедного тебе их обратно вставит. Да, Соня? Да, Соня. Он на нее тоже старшак, да еще и боксом занимается. Ничего себе! А ты, смотрю, бедного, скоро будешь бойцова? Ты что наплела? Какие парни? Где мы их найдем? У меня есть то, на что можно купить даже пришельца. А вы, девчонки, уже решили, кого позовете завтра? Да. Что-то это там мне совсем не нравится. А я вообще приду один. Вот и правильно, Ярослав. Я тоже приду одна. А еще нас малявками называли. Даже парней нет. Да. Ну ладно, всем пока. До завтра, Рося. А вы что, хотите с ними? А что, Ярик веселый. А, ну да, и по росту тебе в самый раз. А у Рости есть потенциал. Какой? Еще не знаю, но чувствую есть. Нова, ты как нашла мой адрес? Знаешь, Ростислав, мы идеально подходим друг к другу. Кто тебе это сказал? Математика. Я все тщательно рассчитала. Может, и математика идеальная пара, а я не буду мешать вашей любви? Сопротивляйся, это судьба. А я тебе буду помогать на контрольных. А, ну так бы и сразу сказала. Любовь моя. Пошли на встречу счастливому парочка появилась. А где дружок? Тут его суженая ждет. Какой дружок? Ты что ли его ждешь? Ну да. А он скоро придет? А вот и он. Познакомьтесь, это моя подруга Алена. Ну где у вас тут пати? Капец. Да, пойдемте поговорим. Симпатичную ты себе подружку нашел. Когда успел-то? Ростислав, пойдем с нами. Ну чего тебе? Завтра контрольная по математике. А, моя принцесса, лечу на крыльях любви. Расстраивайся.
сегодня добрый. Знакомьтесь, мой парень Борис. Ой, бедного, твоего старшака что ли мало поливали? А, точно, он же боксер. Его, наверное, много били. У тебя что, двоих высоких не было? Мне этот дорого обошелся, а этот как бонус был. Мне в этой нудятине еще долго торчать. Отлично, гораздо веселее стало. Пойду ноги разомну. Я же тебе говорил, надо заранее его было пригласить. Сказал, что придет один. Мужики такие непостоянные. Не то что мой. Цислав, принеси мне попить. А еще можешь вычислить химическую формулу воды. Ой, Юля, я буду очень рад посидеть и лишний раз повторить урок химии. Ты что с ним сделала? Кажется, ты его сломала. Это любовь, девочки. А ты, красотка, иди и скажи разгильдяям, что ты хотела его пригласить. Наверное, ты права. Почему ты сказала, что придешь один, а пришел с подругой? Ну я подумала, раз все будут парами, я что, лошара? Все, да не все! Ну сори, как-то неудобно сейчас ее бросать. А вот ей вполне удобно. Я решила, что я тебя бросаю. У меня теперь другой парень. Золотарёва, ты чё сидишь со своим баскетболистом? Чё? Ты чё, Борис? Тебе за что плачу? Ой, малявка, тебе ещё рано о парнях думать. Иди себе лучше купи куклу Кена. Он как раз твоего роста. Знаешь, что я сейчас сделаю? Я покажу муж малявки. Я сейчас возьму и уйду с этой дурацкой вечеринки. Пошли отсюда. А на тебя бросай. Я не хочу отсюда уходить, он мне нравится. А может нравится, мелкий дрыщ. Пошли отсюда. Хватит мной командовать, никуда я не пойду. У меня есть парень. Да? Слушай, бросай эту малявку, они реальные истерички. Значит, выбирай, или он, или я. Знаете, мне вообще-то она понравилась. Я же говорила, что они того. Ты зачем увела моего парня? Я-то тут при чем? Ты куда лезешь? Она со мной. Значит, теперь я с тобой? Фигу тебе. Я теперь с ним. Что, не можете парней поделить? Знаешь, Чернова, у нас хотя бы парни есть, а твой, видимо, тебя не дождал. Ну, лучше с таким, чем с тупым. Эй, она тебя тупым обозвала. А я не уверен, что она мне. Ну, а кому? Не мне же. Да, Золотарёва, это в твоем репертуаре заплатить за свидание с тупым переростком. А ты что ли мне? Ростислав, сделайте что-нибудь! Уважаемый, а наверное это неизвестно, но женщин нельзя бить. Они являются продолжителями рода. А вы знали, что Юнона? Ты мне зачем друга сломала? Да ничего не сломала, зато он теперь умный и благородный мальчик. Да, дорогая. Друг, вернись ко мне! Ярослав, я все так же остаюсь вашим преданным другом. А вы знали, что, друг, произошло старое? Ну, простите, я больше не могла этого слушать. Мне такой ужасный сон приснился, то, что я женился на новой. Женился! Не подходи ко мне! И вообще,
Я сам контрольный напишу. Ой, знаете, вы все такие прикольные, я даже вас полюбила. Нет, ты серьезно? Убила у меня парня? Ребята, у меня к вам важная новость. Я выхожу замуж. Степан Табуретович, заходите, не стесняйтесь. Вот это номер. Капец. Надеюсь, она теперь забудет о контрольной. А это вообще кто такие? Реально, вы все такие прикольные, я вас обожаю. По этому поводу давайте устроим танцы. Игра началась, это новая жизнь. По-взрослому хайпим, школа диджейс. Уроки за партой, примеры в уме. Оценки за лайки, коммент в дневнике. На минус плюс, не забывай, друзья с тобой. А значит, кайф твой, мир большой. Как океан, лови волну. Чернова, ты что, все-таки решила остаться розовой? Нет, она вступила в группу защитников розовых фламинго. Третье испытание. Попробуй нажать лайк языком. 1, 2, 3. Мега круто! Скоро будет последнее испытание. Может, тебя твоя бабка колдунья прокляла? Что вы на нее все напали? Она прекрасно выглядит. Может, она влюбилась? Значит так, я не влюбилась, вы просто всем не завидуете. Потому что я богиня, а вы все мыши. Я вообще не понял, что она сказала. Ага, а я слышу только кар-кар, как фламинго. Вообще-то фламинги не каркают. Наверное, Чернова заболела. Чернова, может, у тебя температура? А может, ее сильно старшаки ударили вчера? Эй, богиня, ты не забыла, кто тут богиня? Я-то знаю, кто богиня, а ты тут не забыла, кто богиня? Я тут богиня, а ты уж точно не богиня. Твои бумажки не делают тебя богиней, потому что тут только одна богиня. Девочки, вы зачем ссоритесь? Мешай, не мешай, сейчас махня богинь будет. Нужно еще больно с этими малявками разбираться. Я теперь совсем другая. Чао, какао. Мне кажется, или с ней что-то не так. С ней точно будет что-то не так, если она не изменится. Девочки, ей надо было просто помочь. Она, наверное, заболела. Мальчики, а вы что? Она сказала девочке. Да и нам вообще пофиг, кто будет богиней. А, ну нет, конечно, богиня должна быть одна. Да, и это однозначно ты, Золотарева. Я предлагаю выбить с нее эту дурь. Я же вас учила. Надо сначала разговаривать. Мы обязательно с ней поговорим. Спасибо, богиня, очень приятно. Чернова, давай прекращай это. Нет,
Думаешь, золото нацепило, теперь звезда? Я тут звезда. Когда ты была в черном, ты мне больше нравилась. Ну понятно, только ты ведь розовый носила. Красоткина самая сильная. Алиночка, ты же совсем другая. Конечно, была чернова, а сейчас розова. Если вам так надо, сами становитесь готами. Даже мальчики стали против тебя. Мальчики, скажите. А мы что, мы ничего? Я думаю, розовый ей к лицу. То-то же. Что это было? Мы не знаем. Может, она из черной стала розовой колдуньей? Да главное, она нас даже все равно послала. И клоунами обозвала. Так вам и надо. Давайте скорее переделаем ее, а то она реально обнаглела. Я уже давно готова, только мне никто не дает. Раз она стала розовой, мы тогда станем черновой. Спасибо, но операцию делать я не буду. Ну серьезно, я боли боюсь. Да, вижу, вы в моде вообще не шарите. Красоткина, я думала, хоть у тебя вкус есть, но я ошибалась. А Умнова где? Финогенов, а где Умнова? Вот она. Ты чё, мы же сказали, как Чернова одеться. Ну, а я так и оделась. О, Умнова, ну хотя бы ты стала нормальной. Надо было как Чернова, а ты как Розова. А нет, ошиблась. А у тебя были все шансы стать богиней номер 2. Ой, простите, я кабинет там ошиблась. Подождите! Это что за восстание из ада? А ты кто? Предводитель демонов? Я богиня, я не с ними. Ладно, даже не буду спрашивать, что за цирк тут устроили. Давайте тогда к доске пойдет. Чернова! Почему я? Я давно не Чернова, а Розова. Да хоть Фиолетова, иди к доске. Остальные я вижу, что выучили. Так, пиши задачу. Значит, сидела на лавочке 7 бабушек. Пришел год, и 3 бабушки испугалась и убежала. Вопрос. С каким диагнозом остальных бабушек увезли на скорой? Считай, считай. К директору? Сейчас, сейчас. Дети, если вас так можно назвать, я скоро вернусь. Чернова, ты решай задачу. Не оставляйте меня одну в этом бесовском аду. Пиши, пиши, решай. Я быстро. Знаете, вы никогда не будете как я. Ты Чернова, ты Чернова. Я люблю розовый, Ты Чернова, ты Чернова. Чернова, ты же Чернова, ты же не хочешь быть розовой. Чернова, как же твоя любимая черная магия? Чернова, розовой-то магии точно нет. Чернова, ау, Чернова. А? Что случилось? Как же теперь тебя называть? Розова или Чернова? Да Чернова и Чернова. Я просто по приколу. Не нужен мне ваш розовый. Да сами носите бы свой розовый. У
Ой, как хорошо, что вы все выздоровели. Почти. Друг, где же ты? Я тоскую. А у нас тут такое было. К нам 7А подселили. Ой, Чернова, не напоминай. Такой стресс был. Я даже похудела на несколько сотен долларов. А это еще что? А теперь самое сложное испытание. Поделись с другом этим роликом. 1, 2, 3. Молодец, ты самый преданный подписчик. Ты классно ошибся, ботаник. Приветствую. Я был длительное время на домашнем обучении. Решил, что пора что-то менять. Может, надо было начать с одежды? Вот тебя-то нам и не хватало. Я это уже вижу. Ваша учительница каждый раз на планерке директору жалуется. Как упала успеваемость в вашем классе? И при чем тут ты и директор? И вообще, не у всех тут плохая успеваемость. Я наслышан на вас. И скажу вам прямо, что вы, моя дорогая, не дотягиваете до высшего балла по городу. Да я не дотягиваю! Да я знаю все теоремы! И даты, и все, и все, и все! Видите, у вас совершенно несобранная память. Да. Вы главное не волнуйтесь, я всем вам помогу. Марья Ивановна мне тоже стать учителем года. Да кто же ты такой-то? Кого я вижу? Премудров, дорогой, какими судьбами? Да вашими молитвами, Марья Ивановна. Решил выйти на передовую, так сказать, потянуть ваших. Знакомьтесь, ребята, это сын директора школы Роман. Роман Петрович. Ой, простите, Роман Петрович. Садитесь, Роман Петрович, на первую парту. Я сейчас дойду до библиотеки и принесу вам новые учебники, Роман Петрович. Ой, какое счастье, какая радость. Класс, поглядите. Вот так выглядит человек со светлым будущим. Вот к чему тебе и вам всем надо стремиться. Вы что, хотите, чтобы я ботанился? Не дождетесь! И вообще, у нас есть свой ботан. Это Умнова. Получше всяких будет. Вот поэтому я вижу, что вы учитесь крайне неудовлетворительно. Так, все, я пошла к директору. Я знаю, как найти общий язык с руководством. А, ты Зутарева, наслышан. Хорошо, считаешь только деньги? Я еще хорошо зубы считаю, а она... А я очень скромная. Да, я вижу, как твои знания. Я, конечно, скромная, но врезать тоже могу. По зубам! Я понял, ваше послание ко мне. Да неужто? А давайте так, если у меня получится на вас повлиять... Вы получите хоть одну пятерку на этой неделе. Вы весь месяц будете, как я. Ботанами? Я так одеваться не буду. Будете, как я, прилежно учиться. Ха, ну давай. А если ты получишь двойку? То месяц я буду жить по вашим туповатым правилам. Ну тут все понятно. Директору надо, чтобы все в школе были отличниками. А тем более в классе его сыночка. Ага, и Мария Ивановна тоже молодец, нажаловалась на нас. Да ладно вам, всех ботанниками ты не сделаешь. Ну что, двоечники, все бездельничаете. А знаете, где я был? А знаешь, вообще пофиг. Я был в кабинете биологии и видел, как ваша Беднова получила первую пятерку. Что? Уважаемая Софья Романовна, очень рад, что вы вышли на новый уровень. И присоединились к нашему кругу эрудитов. Ты что с ней сделал? Беднова, очнись, очнись, Беднова. Я больше не буду отдавать тебе старую одежду. Я даже куплю тебе новые Гуччи башмаки. Только вернись ко мне. Пойдемте, Роман Петрович. Тут очень шумно. И это не мешает сосредоточиться на учебе. Соня! Нет, как ты мог? Он только говорил, что мы будем учиться. Он не сказал, что мы будем зомби-ботанами. А я подозревала, что наш директор злая ведьма. А сынок ее адское существо. Вообще-то у нас директор мужчина. Ведьма? Она на то и ведьма. Она может принимать любые обличья.
А где умновые красоткина? Блин, надо их предупредить. А то отправим Зину обратно в магазин. Молодец, Красоткина. Ставлю тебе за стих 5. Умнова, теперь ты можешь идти к доске. Умнова, нет! Вы почему прогуливаете уроки? Я вам всем ставлю 2! Спасибо огромное, Мария Ивановна. Стой! Куда вы меня тащите? Я ведь тебя не ответила! Я вам всем колы сейчас выставлю! Вы просто чудо, Мария Ивановна. Две пули помнить! Да ты просто не понимаешь, тебе нельзя. Мне нужно, я должна доказать, что я умнее этого сыночка директора. Это не сын директора, это адское отродье. Не обращай на него внимания, но 5 получать нельзя. Ну почему? Чернова, привет! Как с домашкой? Справилась? Нужна помощь? Нет, спасибо. Я ведь не отличница, чтобы домашку делать. Может, тебе дать списать? Нет, спасибо. Мне 2 по домашке больше подойдет. Ты-то когда успела? И где твоя сумка? Чернова, это не важно. Главное знание, которое я приобрела. Грязно играешь, Премудров! Я знаю все о тебе и о твоей ведьминской семейке. Чернова, тебе точно не хватает 5 по истории. Может, тогда бы ты знал, что ведьма не существовало. Пятерка, 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 пятерка. Афиногенов! К доске! Афиногенов, не волнуйся! Сегодня день легких 5, я тебе обязательно помогу! Давай запишем формулу площади круга! S равно... Не S, а S, Афиногенов! Да не русская S, а латинская! Английская S, как доллар! Да без полосок! Вот, равно! Да не буквами! Молодец! Значит, S равно чему? Пи? Да не то пи! Чему равно пи? Ниже напиши! 3 Так, все, пиши дальше формулу! Площадь S равно пи... 2 с крышей. Ай, точно. Да не такая крыша, Афиногенов. Русскую П напиши. Ну, пи умножить на... Хватит, Афиногенов. Это уже не умножить, а черная дыра какая-то. Которая уже и пи проглотила. Умножить на радиус. Ну что ты не знаешь, что такое радиус? Давайте подумаем, Афиногенов! Как выглядит радиус? Ну, это понятно. А какой буквой? Английской.
Хвостика не хватает. Не там. Не туда. Буква Я перевернутая. Нет. Хватит. Да, правильно. Теперь Р в квадрате. Да не в таком. Два надо поставить. Нет афиногенов. Мимо. Нет афиногенов. Нет. Нет афиногенов. Так, афиногенов, все, сейчас поставишь правильно, получишь пятерку. Умного до засады бежим, Артем. Устроить саботаж и поставить Премудрого перед Марьей Ивановной. То есть надо стать хулиганами? Отпетыми. Я готова. Марья Ивановна, к нам пришли будущие отличники и хотят получить свои пятерки. Это что за прикид? Умного, как не стыдно вам так одеваться! Вообще, чем от вас пахнет? Это запах свободы, ну и немного бомжа, у которого мы это все взяли. Двойки вам! По всем предметам двойки! Марья Ивановна! Пошли вон из класса! Премудров! Роман Петрович, вы куда? Мария Ивановна, я вам всего лишь объясню, что знание – это сила. Партия двоечников не сдается. Я же для вас стараюсь. Вы что, хотите быть тем бомжом, который вам одежду отдал? Лучше быть бомжом, чем ботаном. Бомжи тоже люди. Вот это вы зря. А ну верните маркеры. Подержи. Это что такое? Это кто все устроил? Это не я, это все они. Марья Ивановна, мы его просили, не обзывай нас, мы тоже люди. Вы врете! Ну как же, тут же все написано. Я не толстая! Премудров, а я тебе была такого хорошего мнения. Два тебе Премудров, и папе твоему все расскажу. И вам всем два, и все наказаны втроем после уроков. Я еще никогда не наказывали. Меня постоянно. Ты меня так ненавидишь. А ты меня? Да это нет, я просто хотел помочь. А ты меня спросил? Нет. Новое соглашение. Я и мои друзья теперь живут своей жизнью, а ты своей. Если мне нужна будет помощь в учебе, я попрошу, хорошо? Идет. А если я захочу накосячить, то я попрошу совета у тебя. Первый урок. Как свалить от наказания? Бежим! Так, стопы! Вы что, совсем офонарели? Я что, одна за вас батрачить буду? Фигу вам на метле! Тащите свои булки и хватайте швабры. Че пялите? Умного уже не та. А кто в этом виноват? Русскую П напиши! Давай. Все, тихо. Давай. Ой, я сейчас отойду до библиотеки и привыкну. Я привыкла. Я сломалась. Я еще хорошо жу зубы.
Я все о тебе знаю. И о твоей семейке медведей. Ева опять накосячит. А он только закончил кумакатить. А нам пора, надо еще туалет и зубочисткой помыть. Беднова, твой выход. Даже я 13 не сказал. Раз, два, три. А 13? Значит, теперь я с тобой, Фикс. Друг, вернись ко мне! Да, Соня? Сразу не придет! Да, Соня? Сразу, да. Ничего себе, Беднова! А ты Бойцова? А здесь этот парень Борис. Знаешь, я решила тебя бросаю. Чего? Нет, она вступила. Нет, она. Чернова, ты же Чернова! Ты же не хочешь быть розовой! Ага. И Юля такая. И клоунами обзывала. А много где? Не знаю. Розовый Чернова! Ты Чернова! Математики 2 плюс 2 будет 4, а все думали, что 5. Она вступила в группу защитников фламинго. Чернова! Ты же Чернова! Не нужен ни ваш розовый. Значит так, я не влюбилась. А что я хочу там говорить? А может, ее сильно старшаки ударили вчера? Вчера. Я покиня. Ну, Ростя, ну, блин, ты не расслабляешься. Что?